Здравствуйте! Здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли! Вы на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород и цветы». И сейчас мы на грядке, смешанная грядка, где рос лук. А сейчас тут активно-активно созревают арбузы. Вот уже и этот готовый. Так приятно, когда земля постоянно в деле. Ей нравится, когда за ней ухаживают, когда на ней растут прекрасные растения, прекрасные арбузы, вот эти ягодки. И сейчас посмотрим еще очень интересное место, где прячутся арбузы. По краю грядки растут бархатцы, а там внизу спрятался вот он, прекрасный арбуз. И у этих прекрасных бархатцев также в тенечке вылеживается ягодка, ягодка арбуза. В тенечке трав лежит дынька. А здесь подставили солнышку свои бочки дыни. А теперь мы на грядке, где росли вот эти прекрасные головки чеснока. Чеснок. Озимый чеснок. А между чесноком были посажены рассадные арбузы. А тут, кстати, с краю посадила горький перец. Он прекрасно тоже себе растет, и ему нравится вместе с бахчой. И вот сейчас вот эта грядка выглядит так. Между бархатцами зреют, набираются соков. Вот они сюда переместились, арбузы. Вот так интересно. Вот формируется какой красивый арбуз прямо под бархатцем. Здесь тенек, ему нравится. Эти уже на солнышке созрели, тоже готовые, нужно собирать. А здесь семейка белых арбузов, тоже им нравится, видимо, очень красивые бархатцы. Они их вдохновляют ароматом на рост. Вот такие прекрасные арбузы здесь у нас спрятались. И такой красивый ряд бархатцев. Чудесные бархатцы. О, а тут еще семейство такое прекрасных арбузов. Это огоньки у нас. Ой, как понравилось арбузам семейство с перчиками. Тут прямо 4. Да, вот один, вот второй, третий и маленький четвертый. Замечательное соседство. Сейчас уже только арбузы созревают, цветы набирают свой цвет. И очень красиво смотрится эта грядка. Смешанная грядка, где рос чеснок. Земля всегда любит, когда ею занимается, когда ей уделяют внимание. И вот она в благодарность за это дарит нам прекрасные вот эти моменты. Моменты красоты. Уникальные, красивые. Ой, какие красивые бархатцы. Дарит нам радость своими цветами. Дарит нам вкус, аромат вот этими плодами, ягодами. Арбуз – это, оказывается, ягода. Вот такой красивый, солидный растет. Сейчас уже теплые ночи. И как раз очень хорошо в августе как раз набирают вес самые крупные арбузы. А здесь рядышком не только бархатцы. Вот какие красивые цветы. Как замечательно, когда рядом такая красота и вкуснота. Вот такие преимущества смешанных посадок. Я обожаю высаживать и лук, и чеснок. А между ними бахчевые культуры и цветы. И все это вместе приносит массу удовольствия, радость. Не только нам, но и вот этим прекрасным китенькам. Китя, она тоже очень любит здесь отдыхать под этими цветами. С вами была Раиса Горяченко, а также Китя и наши прекрасные питомцы, зеленые питомцы, цветы, растения нашего огорода. Всего вам доброго!